Кажется, во тьме будет у нас два друида с мосами. Все, вопрос исчерпан. Они в тьме, два друида ходками могут угрожать. Мне нахуй рейд не надо, чтобы они захиливали. Надо, чтобы меня не... Все, можно пулять, кто там, чек на готовность. Подожди, первая группа не слабая, блядь. Так, ну смотри, что-то кроме с нас с Фарада дамага мало. Микадзе, Эндедворм. Сейчас посмотрим. Я туда засунул Даркеса и Казума. Они там первым. Туда можешь забрать этого. Фисяо можешь забрать. А, нет, Пана. Пана можешь забрать. Бутапеш, чтоб не подох на лезвие, бесполезно. Только я имею в виду не перекинуть, а дополнительно к первой пати шестого человека. Андедворм в тьму тоже идешь. Ты в Диси, Андедворм. Хорошо, тьма — это у нас первая группа вместе с Паном. Пан, ты запомни, что ты в этом в тьму тоже заходишь, остаешься там. Каски по рейду у нас один пол один. Пан кричит на АП, другие вары на ХП. Будет падать танк во тьме, если Фоджи с двумя справится, придется менять что-то. Соответственно, на третьей фазе, когда свет останется без Пана, Будапешт, ты кричишь на АП. Локи там с бесами справятся, наверное. Каски раздали. На пул. На пул, давайте. Ультера на меня кинь. Рыбу, пожалуйста. Хеллфейн. Сейчас поставим. Вон твоя точка, кружочек. Понял, да? Также я буду в тьму заходить. Морда босса в тьме будет в кружочек смотреть. Так. А кто у нас в свету с голосом-то, блядь? Хеллфейн, ты с голосом, он у нас. Я свету, если вы меня поставите, я свету. Спончик, Лрей, Лорус, много народа, разберемся. Хватит пулить уже. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Вы с ней разберетесь? Спам какую-то ЛПшку сейчас, что ли? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Я сейчас дроп. Зависим, чего? Кнопка вали. Чуть-чуть подвисли. Резко он только, он готов будет. Вот там вот. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Быстрее зергайте большого, мелкий рез. Если посмеете. Дайте пар. Thank you.
2 секунды. Откручивай. Если будет. Что, заебись, рейд проседает? А я скоро уйду. Дайте 100 минут. Дайте 100 минут. Сколько процентов? Фаза. 50, сейчас фаза будет. Вот портал. Блять, блин, на ману сдох. Мосты. Остерегайтесь теней. Свет, за уроном следите, блять. Больно. Мостов. Дальше бьем. По двум рогам БР разжать. Свет, стоп. Пэл? Пэл? Я не знаю. Остерегайтесь теней. Да, дайте анонс, чтобы вырыли двух рук. Бьем тут с Кривара. Энджи, подними меня, котенка. Бежали. Я бы сказал, пиздец, мы проседаем во тьме. Я до 15% упал. Пинался и говорил столько времени, что ДЦ, если нахуй вы его в свет отправляете. Идите в свет. Хорошо, давай меня. Шторм, свет, япончик, тьма. Давайте не будем это самое делать, что попало. Давайте сделаем так, чтобы убить. Во-первых, котенок, ты тут, как ты сдохла? Давайте туда отправим несколько шаманов, там все захилят. Ща. Я три раза до 15% падал. Почему ты не прохилила себя? Если во тьме человек выносит метку, его хилят. Два эрдру и ршам еще быстрее накидают. Ты прохилила себя, выносишь метку, снимаешь. Маба, большого, убей немного. Потому что мне на голову, блядь, не пизды. Она, скорее всего, не прохилила себя, потому что там очень сильно проседал рейд. И так им тоже. Она выносила, она... Ну и что, Штормсингер, кто тебе тут нужен, чтобы рейд заходить? Сейчас я иду к тьме, это я подсыпаю. Котенок, свету. Надеюсь, там не сдохнет. Холпейн, как свету большие умирают? Быстро или хуёво? Нормально, нормально умирают.
красная в свет, пан в тьму уже. Все, давайте на пол. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Классно, я услышал это и все. Узреть начало разрушения. Так, тебе получается штурм, Фоджа и Япончик. Даркис опять отпал. Да он обиделся, но как? Даркис, ты тут? Сейчас только один хан. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Спасибо, Зума. Перебежали. На пол вы дайте, один на пол вижу. Рэдбар. Вышел. Приготовили, сейчас метеорит будет. Прибежали. Лужу сразу же смотрим. Охоты отдали, побольше босса сыграли. Побольше босса. Хоть зубы дал, можешь заходить. Заходи. В левую сторону. Сбрила. Зубы зря. Я здесь сбрил. Ну танка сбрил. За огром смотрите там, на большом, в частности, Nord Legion. Напулил, а дальше идет дамаг, набираешь агро. Много набрал, стопаешь. Все РДД должны бить большого. По большому линканите дамаг, у кого скада есть, кто из РДД его не бил. Смотрите быстрее там. Скада у кого есть, в рейд линканите дамаг по большому. С дамагом-то все нормально было? Может, кто-то не бил. Ну давай посчитаем. Хант, два лока, маг и классная. Намикадзе, ты можешь умереть быстрее, пожалуйста? Сантей, ты тут? Намикадзе. Сантей, ты тут, нет? По большому твой дамаг обязательно должен быть. Его пока что. Сейчас от ФКшит, его выкинь. Возьмем его обратно. Понял? Чем больше людей его бьет, тем быстрее он сдохнет. Тем меньше Редвар агрон наберет, блять. Он, видишь, сейчас сорвал. Потому что вы хуево бьете. Вот приз 200 тысяч. Кназум 250 тысяч. Дальше Кирс 600 тысяч. Даркис 800. И Nord Legion 800. У вас должно быть равномерно. Ну, я понимаю, что ты сорвал. Ты просто вешай какую-то хуйню на него, чтобы не ноль дамага у тебя было. Это, блядь, не дело. Ну, вы заходите нон-стопом в инст. Вы сейчас себе КД повесите.
Сейчас его выкинет, 60 секунд пройдет, и зайдете в инстанцию обратно в группу возьмёт. Короче, ты понял, да? Просто смотришь за игру. Оман для чего придумали аддон? Чё там, никаких кадров не нарисовывается новых в рейд? Черепа типа подземелье заполнили. Потому что там еще навигации почти не выкинул. Я его кикнул из ракеты. ГП за АФК на бусе будет? Волнуюсь. Намикадзе, ты здесь? Намикадзе! Как ты хочешь дозваться человека, если его нету в диссе? Все, зашли. Просто у меня уже подозрение появляется, что он просто другое пати принял, из-за этого его нет. Настя зашла. Ебануться, слава яйцам. Котенок, ты здесь? Так, сейчас пораскинем. Ну давай в сову. Чипсы и шторм во тьме. Охуенно, да? Япончик, скажи ему. Два тотема, чё, заебись. Чего ты там сказал? ДЦ опять свету? Да, да, да. Вот, Войд, объясняю тебе популярно, последний раз, если ты смотришь только на свою иконку, сколько у тебя там ХП, то я тебе хочу сказать, что ты дурак. Потому что если ты посмотришь на иконки других персонажей ХП во тьме, ты увидишь, что весь рейд, абсолютно каждый, кто зашел во тьму, проседает, причем постоянно и очень резво упадет, если там не будет ДЦ. Нахуй ты меня отправляешь в свет, что мне там абсорбить? Раз в три ровно минуты кинуть зубы? Нахуя? Если я их кидаю на тебя, когда ты заходишь в тьму и ловлю КД, чё мне абсорбить в свету? На пул, если не могут давать люди и трэш пойдет по другим, кроме танка, чё мне там абсорбить? Два щита раскидать? Что ты собираешься захилить в тьме без ДЦ? Шаманами и рестор-друидами. Я не понимаю решительно. Сука. Во-первых, без оскорблений. Во-вторых, япончик, Акинари, идея в свету. Все. Какая-то идея фикс. Ну ладно. Будем бороться.
И зубы в КД не вешают. Они зубы растет. Вот, ты думаешь, нет, какой урон по рейду до цвету? О, вот там вообще нет урона по рейду. Нет, не от войда, интересно узнать. После рейда. Гея, вниз нет. Чтоб Хухей не упал, вот еще чипсы. Пойдем. Там есть поле паладин. Там при всем желании он вообще не упадет. Забафайте гею. Дайте ей каску. Дали уже баф. На 40 стопает свет, на 60 тьма. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! Котенок тоже большого бьешь, не забывай. А в агро омен включайте, если будете срывать, будете омен сейчас качать. Все ЗД бьете большого. У вас четвертая пачка, 4 человека, смотрели котенок. Нордлегион пусть ЗДД сзади. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Прибежали. Уже вправо. Давайте трэш. Большого зеркала. Лишь страдания. Входите, если посмеете. Лезвие 200. Остерегайтесь теней. Пан, ты там умрёшь. Стоп.
тьма! Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла! Стоп! Дарки зовется. Левее. Танку уронил. Да, уронил, да? Да. Ну, сейчас 4 хила уронил. А сколько в свету танков? Ты в 4 танка предлагаешь? Нет, там было 50% у босса, и меня бил только босс. Я большого начал агрить, он еще не дошел до меня, и я умер. Удивительно. Меня просто, типа, босс убил, и все. Там ни процентов, ничего не было, все нормально было. Кто хилил тебя? Чипс, это я просто. Там Даркис завис, блин, я все жду, пока он вынесет, а он ни хрен не вносил. Я когда в портал, короче, захожу, у меня игра зависает или что, я не знаю. Блин. Да, и вот там. Значит, в тьму не заходи. Цвету постоишь. Даркис. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Теорит перебежали. Лужа прям рейд идет. Стоп.
Не бейте, вообще тьма. Здорово. Да, я под прожимкой упал. Можно выйти сейчас? Можно ли это сделать? А чё, танков больше нету, да, вообще? Хотя бы 2-5 там, хуй знает, или что-нибудь жирное. Чё, Кинария, в одного был и не смог ничего, да, забрать? Автор Халеон. Там никто не успел выйти. Вы это съебетесь с рыбой, нахуй, ты рыбу не прожать. Ты же не зыбку отдал, эту хилку. А хули танк во тьме-то не упадет и сразу? Чипсы, это излишне. Нет, ты типа понял, надо другого танка. Если меня на 50% складывает, что будет, если будет там 30, блядь, ну, точнее 60, 70. Короче, танчишь 50. Тьму, заходишь также в кружочке, с лезвиями, думаю, не пройдешься. Да ты чё, охуел, мы, блядь, я сейчас буду еще учиться лучи ловить, это сколько времени пройдет. Хули там учиться? Вага. Чего? Там не хуй учиться. Возьмите того медведя нового. Спросите, есть ли у него доступ вообще, и танцев ли он чму. Поставить его во тьму в воду. Согласен. Кирс, я тебе могу показать кучу народу, у которых есть 4Т5 и нет доступа. Это випка, да?
Здорово, Нави. Здорово, здорово. Кидайте инвайт ему. Надо потанчить. Ему надо потанчить. Справишься? Сопрот, не вопрос. Кого на замену тогда? Так, сопротик можно будет вроде. А то у меня сопрота в наличии нету, не запасся заранее. Решим. Кто с Миликов тогда на замену пойдет с тьмы? Кого приора нету, давай отправляй. Ну, он видишь, желающий. Еще раз настаиваю, чтобы ДЦ отправили в тьму. ДЦ, ты, давай, по-моему, тьму и так в тьме. Нет? Чего в тьме? Ты же в тьме. Нет? До этого скажу. Ты в тьме, я вижу, ты остаешься, ты сам решаешь, где ты находишься. Вот где хочешь, там и играть. Раз уж на то пошло. Хорошо, котенок, сидок. Сопротик. Вот. Таурен так прыгает. Последний раз просто не мог выйти, как и весь остальной рейд. Да понятно все, конечно. Не последний раз, а до этого. Спокойно себе хилил в тьме япончик. Че там, Мишка готов? Сейчас я чарку перебью на тьму. Почти готов. А чё у тебя на плечах и теле нет чарки? Еще раз. Чё у тебя на плечах и теле нету чарок вообще? Ну, говорю, вот я вот потихоньку все делаю. Понял. Потому что я, как бы сказать, я в РБК редко хожу. Специально для тебя поставил рыбу, кушай. Дайте каску там, блин. Накинали, дай каску. Сейчас, погодите. Мобильный банк стоит, не тыкните кто-нибудь. Сзади он стоит справа. Хилы, кто в тьме, плюс в рейд. Так, пульнем. Вот же идешь в свет, япончик, чипсы, шторм. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Вот же запомнил. Узреть начало эры разрушения. Интересовка. Ну, выходим обратно за круг. Назад, назад. Медведь, у тебя есть 1000 хонора? Очков чести. На плечи, на стамину купи там. Дайте портал, а мага нет. Очков чести или доблести? Очков чести 1000 у тебя есть? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало честь. А, есть. Да, есть. Ты пышнись в клоаку. Тебе сейчас дам чарку на грудак, а ты себе купишь на плечи чарку. Так, все, ты пышнись. Так, она там где продается? В этой склаке. Ливни из рейда, я тебе сейчас скину пати, покажу. Угу.
как все. Вышел. Сейчас прогрузится фал, погоди. Я там только. Сейчас я покажу. Вот, я вот ревендер. За мной беги. Видишь, чарк на плечи? Да, все, купил. На грудак. Вот, спасибо, буду долго. Обратно в рейд плюсы. А ты и чарку нахуй. Сманить его обратно. Я не в рейде. О, сейчас. Япончик, кинь еще раз лутером, на меня аддон не включился. Чек на баф на пул. Да и не готов, то что я на подбете только. Тебя смонят. Ты понимаешь, если миликов в тьму не отправить, большого никто и бить не будет. Выбор невелик, как говорится. Я стамину только и каску бахну. И плюсы хотя бы на этот, на вынос. Там на 30 минут хватит. Баф. Давай будет. Че, все готовы, да? Да. Ну или еще раз чек на пул. Ладно. Все тут будет, заходим. Узреть начало эры разрушения. Тьму. Мишка, так же с кружка зайдешь. Ну, морду в кружок повернешь после стены. Там дальше посмотришь. Надо будет подключить, блин. Там уже видно будет. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Перебежали. Часа умрет. Из огня. Вот же вниз. Thank you.
Готовились. Стопайте, бабос. Побежали. Трэш сначала сидеть, а потом нормально. А вот идите. Уходите, если посмеете. Заходим. Я не готов применить это заклинание. Крутиться придется. Да, подкручивай, подкручивай. Левее, все ушли. Спал. Проценты смотрите. Если много дамага после вторых, и силы. Если мало, то после вторых стопните. Бейте, бейте, босс. Как фаза будет, скажете? Переводите. И быстро смотрите портал, если далеко появится, то потом сразу же бегите. Портал справа. Свет, стоп! Свет, стоп! Почему Будапешт вышел в свет? Я не понял. Свет, стоп! Подолезли, не будет как. Будапешт готовится. Клубы заходят. Заходи. Небеса в огне. О, у нас фарм. Вар, кликни, пожалуйста, на снижение атаки, а, пожалуй, чтоб это он. Физух памятник. Урон памятник был. Ближе хочу чипса. Все, просто смотрите за процентами, юнгос должен. Небеса в огне. Свет, стоп. Хочу чипсы, дай в тьме Геру. Кучнее в тьме встали. Так, как материальный, а, все нормально. Свет стопнет чуть-чуть. Где свет активнее? Свет, Геру. Небеса в огне.
След стоп. Активнее. Бейте свет. Добивайте босса. Да, нет, мне сейчас только что показалось, или я подъезжу? Нет, нет. Добивайте босса. Туда пойдем. В тьме упал танк, добивайте. О, нормально. Блять, на последней секунде. Человек не туда понес. Под лезвие понес. Да я видел, что не туда понес, Кэлфэй, ну а что делать? Пан, смотри. В следующий раз деморализующий этот, блядь, громовой удар. Это на тебе. Желтый, зеленый этот крик, да, Варовский? Я кидал его. Да, зеленый на снижение атаки, я кидал его. Можно две вещи использовать, деморализующий крик и помимо этого хлопок, топот, который это арбсу сделать удобнее. Солить уже можно, блять, эти эти шеи ебучие, у меня в банке лежит. Да, пожалуйста. Медведь, официально ты спас ДВ состав. Молодец. Не, я тьму всегда хорошо танчу, у меня там много людей просто. Медведь, у нас лут раздается через ЕП, ГП, лутмастер. А тебя его, видимо, не нету. Понял, окей. Не надо тебе ничего. Спасибо. То чувство, когда друиды забирают подвеску. У тебя там еще чарок на ботинке нету, не уходи, сейчас тебе что-нибудь сделаю. Ну или чарок. Кстати, там человек набирает целкашку на 11 боссов, походу, может даже на... Никнейм? А, сейчас так. Когорта. Не знаю. ГЦ Козу. Нет, Амикадзе еще не мог ГПшку, потому что он залагался. Да, он отписал, что залагал, верни ему за приход 250 с ними. Начисли до босса. Есть КД на синдромлич, если вам интересно подставить. А за что 700 лет? Ну 200 приход и 500. А-а-а.